Всем привет! С вами Артём, вы смотрите YablokTube. В этом видео я расскажу вам о Jailbreak Tweak под названием Screen Painter. Данное расширение позволяет делать всевозможные пометки и записи на создаваемом скриншоте в iOS 7. После установки Tweak достаточно нажать всем известное сочетание кнопок Home и Power, и перед тем, как создастся скриншот, вы сможете нарисовать на нем что угодно. Если вы делаете снимки экрана не просто так, а для привлечения внимания к какому-нибудь месту или позиции, то вы сможете быстро отметить ее. После того, как все необходимые записи и отметки сделаны, можно нажать на кнопку Home и продолжить работу с расширением. Оно позволит сделать целый ряд действий. Например, сохранить снимок с пометками в галерею, скопировать его в буфер обмена, можно продолжить рисование, можно сохранить текущий снимок и продолжить на нем рисовать, и выбрать другие варианты. В настройках Screen Painter вы можете выбрать размер и цвет кисти. К сожалению, делать этого во время рисования нельзя, так что придется оставлять пометки всего одной кистью. Помимо этого, расширение позволяет изменять цвет вспышки при создании скриншота. Все изменения, вносимые в параметрах расширения, вступают в силу сразу же, без респринга устройства. Скачать Jailbreak расширение Screen Painter можно в стандартном репозитории сети Big Boss бесплатно. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артём, специально для YablokTube. Пока!